Однажды пригласили батюшку отпевать покойника. Священник приехал, приготовился и отпевает. Батюшка обратил внимание на то, что покойник лежит не в гробу, а на кровати. Смутился немножко. Ну что ж делать, отпевать-то надо. И вот, дойдя до момента, где надо поминать покойного, обратился он тихонько к родственникам. «Скажите имя усопшего». И тут покойник открывает глаза и говорит: «Сергий». Опомнившись от шока, священник стал стыдить родственников и сказал, что человек хоть и тяжело болен, но живой. А посему его нужно не отпевать, а соборовать. Родственники ответили, что они в церковных делах не понимают, и как батюшка скажет, пусть так и будет. И вот священник подготовился и начал соборование. И через несколько минут к нему подходит бабушка и умильно шепчет ему на ухо: «Батюшка, вы так все хорошо делаете, может, заодно его и покрестим?»